Гранды европейского футбола проявляют интерес к воспитаннику дагестанской футбольной школы Магомед Хабибу Абдусаламову. Об этом сообщил спортивный директор футбольного клуба «Родина» из Москвы, за который выступают сегодня нападающие. Абдусаламовым интересуются английские клубы «Тоттенхэм», «Челси», а также флагман итальянского футбола «Ювентус». Отмечается, что 17-летнего футболиста приглашали на стажировку в «Тоттенхэм». Однако пандемия коронавируса помешала этим планам осуществиться. Напомним, что Магомед Хабиб Абдусаламов забил накануне единственный мяч своей команды в матче Кубка России против «Спартака».